«Не могу ничего сказать, не подлежит публикации», — так ответил новый начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян на попытку журналиста выяснить, применялся ли «Искандер» в ходе Карабахской войны. Напомним, что первым идею применения высказал премьер-министр Никол Пашинян. Он заявил о неисправности комплекса, который взорвался на 10%. После многочисленных комментариев к этому скандальному заявлению, пресс-секретарь Пашиняна заявила, что его неверно информировали. А президент Азербайджана Ильхам Алиев сначала заявил, что не располагает информацией о применении ОТРК «Искандер». Но на днях агентство по разминированию заявило, что ими были обнаружены обломки «Искандер-М». Также вызывает вопросы то, что на вооружении Армении стоял «Искандер-Э», тогда как Россия модификацию «Искандер-М» не поставляет на экспорт. Thank you.